Урок первый. Как научить вашу собаку сидеть? Зажмите между указательным и средним пальцем вкусняшку. Ну, как делаю я, но можно сделать любой жест. Если собака поймет, то она сядет. Но если она не поймет, то надо продолжить. Но при этом ее надо хвалить, потому что тогда она поймет лучше. Собаки потому что понимают лучше, когда их хвалят. Если же собака не слушает, то тогда значит ей не нравится. Потому что собаки всегда своеобразны. Да, Милка? Но Милка моя очень-очень-очень любит дрессироваться. Потому что ей дают много вкусняшек. И им это, соответственно, нравится. Этим умным, пушистым, мягким пуделям.